13 ноября отмечается Всемирный день доброты. Это праздник действия. Независимо от того, сколько человеку лет, где он живет и какая у него профессия, он может сделать добро. Увидеть положительное в сложной ситуации, чтобы вдохновить других, прислушаться к друзьям и семье, поделиться временем, энергией и средствами, чтобы помочь миру стать лучше. А какие добрые дела совершили сегодня муравленковцы? Я помог донести бабушке пакеты до дома. С друзьями, естественно. Когда мы гуляли, встретили бабушку, у нее пакеты были на земле, и видно, что ей было тяжело, и мы ей помогли ее донести. Внучку ращу! А вот на этой неделе какой-то можете отметить? Не знаю, все хорошее делаю, плохого вообще не делаю. Только хорошее, и людям желаю хорошего. Я помогла бездомной кошке, моя подруга ее подержала, а я сбегала и купила магазин ей корма. Добрый. Даже не знаю. Но я на этой неделе ходила к бабушке, убиралась у нее в квартире, помогала. Ну, если это добрый поступок, конечно, вот. Вы знаете, я стараюсь каждый день совершать благие поступки. Ну, всем воздастся когда-нибудь. Будем на это надеяться. Все поразбегались, а все по домам, нельзя выходить далеко. Вот это за хлебом выбежал, все. Ну, какие добрые дела. Самое главное, будь добрым, да и все. Вот тебе и добрые дела будут. Я так думаю. Ну, а добрые дела, поздороваться с соседом, это же тоже доброе дело. Ну, сами знаете, с добрым утром или там добрый вечер. Это тоже доброе дело. Хорошее отношение с соседями. Много добрых дел. Люди добрые у нас, как бы, встречаются мало злых людей. Везде добро, не знаю, зла я мало встречала. Вот лекарства несу. А кому? Ну, так, друзьям.